Пока горожане выбирают, какие скверы, парки и аллеи в Иванове преобразить по программе формирования городской среды, сотрудники пожарно-спасательной академии вновь поднимают тему о переименовании части улицы Шубиных. Есть идея назвать участок от проспекта Строителей до улицы Генерала Хлебникова бульваром Огнеборцев. В прошлом году соответствующую заявку в мэрию ВУЗ уже подавал. Тогда власти просьбу удовлетворили лишь частично. Несколько десятков метров общей площади назвали аллеей Спасателей, а остальное пространство оставили без изменений. Сотрудники противопожарной академии от идеи не отказались и снова подали заявку. Наше учебное заведение в прошлом году 50 лет исполнилось. Мы более 20 тысяч человек подготовили, которые защищают от пожаров нашу страну. И просто профессия пожарного, она подразумевает мужество. Я думаю, что, безусловно, это будет способствовать воспитанию у жителей города и культуры безопасности, ну и дань памяти тем пожарным, которые защищают жителей нашего города. Аллею Спасателей ВУЗ взял на свой баланс. Курсанты территорию облагораживают, тщательно следят за чистотой. Остальной участок будущего бульвара до Генерала Хлебникова тоже готовы преобразить, усовершенствовать, так сказать, по пожарной моде. Вот это место замечательно, чистое и уютное, хорошо, хорошо. Даже очень довольна, что оно вот так вот стало. Даже хочется пройти. Вот там иногда не здесь, а именно там проходит. Вот. Ну, мы часто, потому что мы здесь живем, поэтому очень хорошо. Опасная профессия. Сколько их гибнет. Поэтому выставить вот эту аллею техники, да, инженерной, вот пожарной, естественно, получается бульвар Огнеборцев, как хотите. Конечно, для них очень большая ответственность, этим пожарным. Вот, я, конечно, не влезаю в их ситуацию, но ответственность очень большая. Тут, конечно, надо, конечно, может быть, у всех мнение собрать. Вот, тогда пусть народ и решает. Мнение жителей автор идеи тоже спросили. Собрали 2000 подписей в поддержку переименования. Этот участок от улицы Шубиных, к слову, исторической ценности не представляет, отмечают краеведы. Кроме того, домов на нем тоже нет. Адреса в документах жителям менять не придется. Улица очень молодая. Название получила в 1957 году. То есть сформировалось, значит, в это время. Но это был отрезок, который ведет от проспекта Строителей в сторону областной больницы. А тот отрезок, который ведет в сторону Генерала Хлебникова, он вообще 92-го года. Совершенно новый участок. А название получил в 57-м году в честь братьев Шубиных. Это Иван Степанович, Василий Степанович Шубины были революционеры-подпольщики, участники боевой дружины большевиков. Заседание комиссии по топонимике при администрации города Иваново состоится в четверг, 27 апреля. На нем окончательно решится вопрос о переименовании участка улицы. Тем не менее, сотрудники противопожарного вуза не ждут результата и продолжают благоустройство. В планах установить памятный знак бойцам Огненного фронта. Макет уже разработан, место выбрано. Надеются успеть сделать такой красивый подарок жителям на День города. Мария Смирнова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.